Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирина Буханова на канале Мастер Своего Дела. Сегодня готовим праздничный и очень вкусный салат на 8 марта. Вот такая красота у нас получится. Предлагаю не медлить, а начать приготовление. Итак, подготавливаем необходимые ингредиенты. Отваренную морковь натираем на крупную терку. Отваренные яйца натираем также на крупную терку. Отваренную куриную грудку нарезаем на небольшие кусочки. Огурец нужно порезать на небольшие кусочки. Сыр натираем на мелкую терку. Измельчаем пучок укропа. Все ингредиенты для приготовления салата я подготовила. Здесь у меня отварная куриная грудка, я измельчила грудку ножом. Зеленый горошек, укроп я порезала мелко. Огурец порезала на вот такие кусочки. Отварную морковь натерла на крупную терку. Сыр натерла на мелкую терку. И отваренные яйца я натерла также на крупную терку. Я буду использовать майонез. У меня домашний майонез. Ссылку на приготовление домашнего майонеза я оставлю внизу в инфобоксе. Ну что, приступаем? Берем тарелочку с плоским дном и устанавливаем сюда 2 стакана, так как салат мы будем собирать в форме цифры 8. Один стаканчик я опустила горлышком вниз, а другой горлышком вверх. И здесь получается более узкий диаметр стакана. Аккуратно распределяем и первым слоем выкладываю морковь. И все аккуратненько подравниваем, чтобы уплотнить этот слой. Вот что у нас получилось. Далее майонез. Далее выкладываем слой курицы. Все аккуратненько подравниваем. Далее майонез. Далее выкладываем зеленый горошек. Далее майонез. Выкладываем сверху тертые яйца. Все аккуратненько прижимаем и далее майонез. Выкладываем огурцы. Далее майонез. И сверху выкладываем тертый сыр. Все аккуратно выравниваем и украшаем салат. Украшать можно так, как нравится вам, у кого какая фантазия. Салат постоял в холодильник у меня примерно полчаса. Сейчас аккуратненько проворачиваю стаканчики и буду их вынимать. И также второй. Вот такой замечательный салат на 8 марта получился. Дорогие друзья, вот такой замечательный салат у нас получился. По-моему, он очень аппетитный. Пишите в комментариях ваше мнение, пробуйте, готовьте. Этот салатик очень вкусный.
Дорогие женщины, я поздравляю вас с праздником 8 марта. Желаю вам только счастья. Пусть в вашей жизни все будет прекрасно. И ваши вторые половинки, конечно же, балуют вас иногда вкусняшками. Ну а у меня на сегодня все. Я буду заканчивать это видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Внизу в инфобоксе я оставляю вам две ссылки на свои каналы. Это канал о жизни Ирина Быханова и канал с быстрыми и простыми рецептами «Готовим дома». Переходите, подписывайтесь. Я буду вам очень рада. Увидимся с вами уже совсем скоро. Всем пока!